Всем привет! 117 выпуск ежедневного марафона, ежедневных видео. Что это за день? Воскресенье, 29 марта 2015 года. За окном очень сильно похолодало и навалило снега. Ха-ха, купил пачку Флинта, а там магнитик на холодильник. Вот здесь будет висеть. После вчерашней встречи одногруппников, если это можно так назвать, спать легли поздно, проспали долго. А когда спишь долго, так постоянно сонный потом ходишь. Еще и голова болит, погода мрачная такая, не весенняя. Завтра уже будут разыгрывать GoPro. Желающих просто бешеное количество. 95387. Сейчас обновлю. F5. 396. F5. 401. Ого! F5. 404. Что-то мало. А ну еще F5. 406. Почти каждую минуту по 20, по 30 человек добавляется. О, еще один конкурс. Призовой фонд 800 тысяч рублей. Какие призы? Первое место, ПК крутой. Видеокарты, PS4, Xbox, PS Vista. Клавиатура, наушники, мышки. Игры всякие. 50 призовых мест. Ничего себе. Конкурс стартанул 27 марта, это получается в пятницу, уже прошло 2 дня. Сколько? За 2 дня 48 тысяч? Какие 48? 482 тысячи желающих. Вот это да. Ну, сейчас и мы поучаствуем. Рассказать. Ура! Почему-то стали часто конкурсы делать подобные различные группы. Но в этом конкурсе хотя бы 10 дней он длится. А то на GoPro там, наверное, полгода ждали, пока она собиралась. Очень много желающих. Ну, эта группа более раскрученная. Так тут больше желающих собралось за короткий срок. В группе 2,5 миллиона подписчиков. Раньше называлась Игромания, а теперь просто ИГМ. Это журнал такой игровой был, помню, когда в школу ходил, покупал его. В нем был, как обычно, какой-то диск с какими-то патчами, обновами. Видео грядущих новых игр, потому что раньше интернета не было. Про все новинки узнавались только через журналы. Трейлеры игр смотрелись только на этих дисках, которые продавались вместе с этими журналами. Это сейчас все просто, про все новинки все знают. Во всех есть интернет. Итак, начал уже показывать конкурсы эти. Тогда покажу и еще один конкурс. Это ж конкурс надо просто репостнуть. И можно выиграть только одну камеру. Такую CG4000. У меня, кстати, такая камера уже есть. Это такая, как бы, дешевый вариант экшн-камеры. Но тут, учитывая, что группа не раскручена, всего лишь почти 7000 подписчиков. И желающих только чуть больше, чем 1500 насобиралось. Конкурс длится месяц. Уже полмесяца прошло. Немного меньше. Итоги конкурса будут 19.04.15. Вот как-то так. Суть всех этих конкурсов – это пиар, это реклама. Чтобы деньги не вкидывать в обычную рекламу, которая, скорее всего, малоэффективная, они делают такой подобный конкурс. И каждый, кто участвует, делает рекламу этой группы. Или товара этого, или еще чего-нибудь. Вот такой маркетинговый ход. Я ж, конечно, тоже поучаствую. А вдруг, может, выиграю? Эх, какой я наивный.